Памятник командиру артиллерийской батареи Василию в Корчмину во времена Петра Первого, когда еще город только Санкт-Петербург начинал строиться. Василий Корчмин на Васильевском острове командовал в артиллерийской батареей. Ну вот и видно, что он сидит на пушке, вот ядра, а под ногой у него морские канаты, то есть, судя по всему, орудия были морского базирования. Вот в руке у него трубочка. Ну и внешний вид того времени достаточно боевой. Весы, треуголка. Петр Первый, когда отправлял какие-то приказы или письма, то писал на них Василию на остров. То есть Василию Корчмину на остров. Ну отсюда вот и одна из версий происхождения названия Васильевский остров. То есть Василий Корчмин, по одной из версий, это вот и источник названия Васильевского острова, Василеостровского района. Но это одна из версий. Есть еще версия, что эти земли гораздо ранее принадлежали Новгороду, и одного из новгородских посадников звали Василий Селезень. Ну там еще было два Василия, то есть, возможно, эти земли изначально принадлежали Новгороду и его руководителям, новгородским посадникам, поэтому тоже, может быть, назывался по этому имени Василий. А если говорить о шведском происхождении острова, то эта земля принадлежала Якову де Лагарде, один из шведских наместников. Да, вот артиллерист Василий Корчмин. Памятник этот находится на 7-й линии Васильевского острова, недалеко от станции метро Василеостровская. Памятники великим, 7-я линия Васильевского острова, Василий Корчмин.